Я не хочу, но оно делается. Всем привет, Good Game. Мы на Игромире 2018 в такой классной комнате. Она двухэтажная, называется она «Аквариум». Мы в гостях у Миши Лисецкого, который здесь организует очень интересный стенд. Миша, скажи поподробнее, что вы тут нас на Игромире учудили? Ни слова, правда. Жень, смотри, стенд не наш. Но мы здесь немножечко помогаем по продакшену, по интервью, собственно, по стриму. Мы же за стрим отвечаем. Вот мы тут и делаем стрим. Стрим в соседней комнате идет, там почти все звукоизолировано. На втором этаже рекреация, люди отдыхают, расслабляются, кальян, вот это вот все. Ну, непотребство. А на первом этаже люди работают. Вот там вот идут стримы, как я уже сказал. Да, там студия прямого эфира, гости всякие, Холли вот недавно сегодня была из наших, Муз Стримфеста, да? Другие известные личности, тоже все участники фестиваля. И здесь, вот в соседней комнате, где мы сейчас находимся, здесь просто люди стримят. И то, что они стримят, показывается на экранах снаружи, вот что самое главное. То есть люди могут видеть снаружи, что именно и как стримят всяческие звезды малого компьютерного экрана. Что интересно, потом можно будет это подснять. Между стекол есть такие прорези. И еще на прошлом фестивале был опробован новый метод доната. Просовывать купюры через эти прорези в стеклах. Да, причем не маленькие деньги. Да, так что вот такой вот формат. Всякие там десяточки, соточки не пролазили, а все, что покрупнее, нормально. Ну, знаешь, они да, могли так отпихиваться обратно. Там. А теперь у нас появились там 2000-е купюры, да, очень удобно, как раз хороший донат для Игромира, примерно по цене билета. Многие так и делают. Нормально. Вот, кстати говоря, о стримфесте. У вас есть новости какие-то глобальные, уже прям вот вы определились, рассказывай. Ну смотри, внимательный зритель, при условии хорошего фокуса на этой камере, уже знает, что фестиваль пройдет 27-28 апреля 2019 года в технопарке Сколково. Это очень крутое место. Это Сколково. Главное, рядом с Абвером. Это рядом с Абвером. Это, ну, сказать, это был ключевой момент, когда мы решали, почему там будет проходить новый фестиваль. Но ну, главное, что это действительно новая площадка, она больше, чем предыдущая. У нас 2 фестивальных дня. Мы еще думаем, как их наполнить, но, безусловно, концентрация того позитива, угара и контента, который у нас был на прошлом фестивале, она только вырастет. То есть мы не просто размажем то, что у нас было в один день на 2, мы, наверное, умножим, утроим, учетверим то, что у нас было. И поможет нам в этом ну, тот факт, что мы знаем все заранее. Заранее известно, что фестиваль пройдет в эти даты, уже ничего не поменяется, можете заранее бронировать билеты, можете освобождать эти даты. Приезжайте в Москву на фестиваль Стримфест. Мы приедем, Good Game приедет обязательно, так что давайте к нам. Ну, Good Game вообще на прошлом на фестивале, который был в этом году, он был прямо в центре событий. Это был, наверное, самый креативный стенд. Это все признали, потому что там использовались всяческие подходы креативные, интерактивные. Один из них, кстати, мы тоже переняли, потому что у вас там был QR-код. Это, насколько я помню, у нас тоже есть QR-код. Вот этот QR-код позволяет скачать стикеры, веселые стикеры, посвященные новому фестивалю. Возможно, использовать их стикеры для Телеграма. Так, вопрос еще один. Он больше всего меня интересует в данный момент. Ты зачем бороду отрастил и усы? Я теперь тоже не очень понимаю, зачем. Честно скажу, я заработался и забыл ее брить, а потом вошел во вкус. И до последнего я вставал в третью позицию и говорил, нет, я ее побрею перед Игромиром, это несерьезно, я тут вообще занимаюсь серьезным делом, какая-то борода, какая-то кулаками. А в результате меня супруга ломала, сказала, знаешь, смени имидж хотя бы на этот Игромир. Так что я буду бородатым до конца Игромира, кому интересно посмотреть, возможно, потрогать. Я не всем дам, но как бы попробуйте. Сплеешь бородатого Лисецкого, а потом сбреешь. Да, так что у вас есть уникальный шанс до воскресенья вот приобщиться к этой бороде и, может быть, что-то узнать о стримфесте. Я могу рассказать какой-нибудь инсайт интересный. Хорошо, договорились. Только спасибо. Лично. Да, только лично. Хорошо, договорились. И мне фотку, пожалуйста, как ты побрился. Это у меня такая теперь традиция. Я всех уговариваю. Я не люблю бороду и усы, когда мужчины носят. Уговариваю их сбрить. И мне фотку в доказательство. Серега Мирчук подтвердит. Да, он мне прислал фотографию. Подтвердит Брюс, потому что 2008 год. Мы на ВЦГ. А Брюс обещает, там, если он пройдет в 1/8, сбрить или там, да, в 1/8.
Да, и что-то там вечер, поздно, уже все забыли про это обещание, его куда-то там ведут, он такой весь веселый, а я ему кидаю так в догонку: «Брюс, а ты обещал сбрить волосы?» И такой ропот по толпе, который его хватает, просто говорит: «А, обещал, не уйдешь!» И они его просто вот в кольцо взяли, затащили в номер. И маникюрными ножницами. Да, и маникюрными ножницами, там, с немного с использованием небезопасного лезвия, они сделали это дело. Так что Брюс был обкорнат. Так что мы это дело любим, да. Вначале отпустить, а потом сбрить. Договорились. Спасибо большое за интервью. От тебя за включение несколько теплых слов в адрес Гудгеймера. Гудгеймеры, вы мои теплые. Все мои слова для вас. Я вас смотрю, я вас люблю, и я вам доначу, наверное, вот оно главное доказательство. Обожаю заходить на какой-нибудь стрим, там, из третьей, пятой вкладки, ну, когда вот уже экран прокрутить, там, пятая, шестая, какой-нибудь товарищ, который играет, ну, не знаю, какую-нибудь супер древнюю игру, которую только я помню, потому что я тоже древний, и там ему 200 рублей кинуть, потому, и сказать, что, типа, спасибо, ты мне напоминаешь об играх моего детства. Поэтому делайте это, ну, как минимум, мой донат вам будет обеспечен. Я думаю, и других людей тоже. Вообще, Good Game, он все более классная площадка. Тут, знаете, Twitch начал себя вести странно, а Good Game, он постоянен, он стабилен. Поэтому, если у вас есть выбор, помните, что выбора нет, надо идти на Good Game. Все.